Всем привет, друзья. Я тут иду, ищу озеро одно. Вот тут так выглядит местность, где я иду. Вот. Озеро, короче, где можно поплавать. Вот, тут такая тропинка, сейчас идем мы по ней. Вот. Вот, продолжаю свой путь я. Вот такие тут сосны у нас. Я не знаю, какое качество, наверное, 60 кадров нормально будет видно. Вот. Я надеюсь, я именно правильной тропинкой иду. По крайней мере, у меня есть этот навигатор. Я смогу как бы ориентироваться. Вот. Очень красиво. Сейчас будем идти с вами по лесу. Сразу говорю, это не Москва, если что. Где это? Вот. Такие вот дела. Люди, просто посмотрите, где я нахожусь. Какая красотища, а. Ё-моё. Вот это я понимаю простор, а не Москва вам всякая. Народ, вот я на озере. Тут очень круто. Очень красиво, реально. Такие сосны тут. Можно покупаться. Да, видали? Короче, народ, вот такое озеро. Очень тут круто, короче. Идем дальше. Народ, народ, короче, вот я. А вот лес. Вот. Вот это озеро, вот это. Короче, я очень голодный. Я не знаю, что мне делать. Короче, я очень хочу есть. Ладно, продолжаем путь дальше. Короче, народ, я в каких-то дебрях. Вот, сейчас будем ходить, переходить, короче, болото. Жесть, короче. Короче, чуваки, поплавал. Тут хочу найти второй пляж, но его нереально найти. Тут, короче, лес дремучий какой-то, блядь. Змеи до хера, короче, гадюк всяких. То есть, блядь, одни приключения, ебать. Вот такие дела, пацаны.